Всем привет, с вами снова Максович, мы продолжаем проходить День зомби. И у нас следующая, 5 глава, поехали. Итак, насколько мы с вами выяснили, у нас случайное оружие каждый раз. Так что мы его можем расходовать. Это хорошо. И наше текущее задание — найдите Бесси в домике сторожа. Бесси. О. Я, наверное, буду бежать там, где можно бежать, потому что всех не отстреляешь. Стопы, здесь же прям заманчиво. Можно бы как будто бы... Можно... Так, у нас приседает он. А чё он не приседает-то, бля? Как-то он, вернее, приседает, только что-то как-то не так. Да, вот здесь он приседает, а там он не хотел приседать. Прикиньте, короче, специально что ли так сделано? Чтоб, типа, запрыгнуть нельзя с приседью. Прикол. Так, ребята, отвалите, слушайте, а. Самая назойливая. А еще одна понеслась, блин. Дайте-ка мне попробовать. Может, там, конечно, не туда, но... Нет, прыгать можно, но... Че-то он как-то это... Ладно, хрен с вами. Хрен с вами. Вот хоть прям на превьюшку ставь. У вас хорошая картинка будет. Кстати говоря. Все, молодец, хоть догадался дверь закрыть. Смотрите-ка, у нас сюжет это переплетается. То есть мы сейчас пошли в ту местность, где мы военным проходили до этого. Это интересно, слушайте, ребят. Так, а чё их отстрелю? Теперь нам опять нужно в лабиринт. И найти Бесси в домике сторожа. Ладно, давай... Я тут хотел сказать, давайте сначала сгоняем туда в ту местность, где мы нашли кусачки. Ну, короче, не судьба. Есть нам другое задание. Так, стопы. Выстрелите в бочку. Вот был бы прикол, если бы сейчас вот эти... нет, ладно, хорошо. Предусмотрел автор. Молодец. Я что хотел сказать, было бы прикольно, если бы сейчас мы без патронов, нам нужно было выстрелить. Ну, давайте попробуем лопату в действии. Слушайте, хорошая тема. Ну хотя вообще-то они, наверное, были под это, поджаренные малость, да? Сейчас проверим. Да, они были просто поджаренные. Поэтому как бы... Мы их с одного удара. Но у нас же есть еще вот этот вот коронный. Кстати говоря. Бля. Ох, бля. Все прям начинает гореть. Гореть. Стопы, стопы. Ах, блин, тупичок. Погоди. Слушайте, сейчас этот говнюк всех своих остальных засранцев будет звать. Надо было его это грохнуть, ну да ладно. Найдите домик сторожа. Чё все время к этим птичкам хожу? Нам пока что не нужно. Эк. Домик сторожа. Так вот это, наверное, и был домик сторожа, нет? Интересное кино.
Так, ладно. Заходить, наверное, сзади. Да? А, кстати, вот тогда я в тот раз сюда не сходил, да? А, ну здесь, в принципе, тупичок. Понятно, короче, доходить надо с той стороны. Давайте проверим правый удар. Нет, пока что труба, короче, лидер. Лидер по количеству ударов. Уйди отсюда. Я не знаю, вот если честно сказать, мне кажется, то, что не надо было так ограничивать игроков и давать им одно оружие на какую-то одну карту, вот специально, вот, то есть, и нигде не раскладывать остального. Ну хорошо, там с клюшкой гольфийской, гольфиной, гольфичьей, гольфийской. Так, гольфиной. Ну, короче, с клюшкой для гольфа. Там, по-моему, да, был у нас выбор между клюшкой и трубой. Значит, охота мне их всех перебить, блин, чтобы они не мешали. Но что-то я не знаю, они, наверное, еще раз заспаунятся. А может, нам достаточно просто забежать в дом, и это уже будет конец, так сказать, уровня. И зря я тут, короче, их всех калашматю. Блин, гольфичья клюшка теперь меня в покое не оставляет. Не думаю, как же правильно. Стопэ, стопэ, он... А, хотел сказать, у нас же был ли это коктейль Молотова. Ну да, были когда-то. Тихо. Ладно, все. Я пошел в дом. По крайней мере, надо хоть попробовать туда зайти. Ну, понятно. Никак не угомонишься все. Ах, Бесси, ты по мне скучала? Так Бесси это дробовик, блин. Я думал, подружка какая-то у него вторая. Ну, блин, Бесси. Покиньте район через канализацию. Ну, это явно сюда. Гадалки, не ходи. Ну, что-то как-то стреляет. Ух ты, блин, а тут, слушайте, красиво так-то. Тут уже как-то автор немножко что-то вроде с освещением здесь так проставлял. Может, даже скриншотик сделаю. Так, покиньте район через канализацию. Ну, нам что-нибудь, может, нажать нужно? Блин. Кстати, мы можем сюда лазить, что интересно. Может быть, там есть какой-нибудь тайничок, кстати. Давайте-ка заглянем. Мало ли. Да, прикольно, дробовик что-то и в ноги, и в голову. Со всех. Во все стороны, короче, убивает. Ничего тут нету. Ну и хрен с вами, как говорится. Так, а вот там вот что? Мне интересно, сейчас я пока сгоняю туда. Ага. Нет, все-таки, наверное, придется сначала наверх. Так. Что-нибудь тут потыкать, может быть, надо? Мне вроде ничего не тыкается. Ничего. О! Это я удачно зашел. А, вот оно что, Михалыч. Это тот шлюз, который я, видимо, там внизу пошел.
нему. Да откуда ж ты тут взялся-то, блин? Это вон там вот, скорее всего. Ладненько. То есть по-любому нам нужно было сюда идти. Иди в задницу. Прикольно, слушайте, туда разве можно попасть как-нибудь? Наверное, можно. У нас автор, интересно, умеет плавать, нет? То есть если туда спуститься по лестнице, проплыть... Короче, хер его знает, ладно. Ну, наверное, умеет. А, не, смотри, как его вода колбасит. Да, нельзя туда, короче, падать. Ладно. Ух ты, бля. Не ожидал прям так близко тебя встретить. На полочку так положил аккуратненько. Вот. Вот оно то самое место. Вернитесь на улицы и сбегите из этого района. А, ну все понятно, короче, почему мы полезли в канализацию? Потому что там же взорвалось все, и огонь закрыл нам задний проход. Да, то есть, ну, короче, проход назад. Задний проход нам закрыл. Короче, пукан начал гореть. Ух, блин, ну почему против толпы он не работает, а? Ну так же классно. А, не, работает. Ну, короче, кое-как работает. Расстреливаем потихонечку. Я вижу уже трубу. Такую толпу выстрелил, что-то никакого эффекта. Странно, опять сюда. Да, все правильно. Время 23:04. Я прошел зону 3 и остался в живых. Второй взвод перешел в следующую зону. Могу догнать их, пройдя через библиотеку. Угу. Короче, библиотеку. Как-то да, вот все это переплетается, сюжет, я так понимаю. Так, мы можем сохранить в новое. Все отлично. Ну что, давайте на этом закончим. Всем удачи, всем пока и до новых выпусков.